Национальный антитеррористический комитет уже назвал это терактом. Теперь эту версию предстоит проверить силовикам. На месте работают десятки бригад скорой помощи, спасатели и ФСБ. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным погибших во время взрыва и предложил помощь Керчи. В Крым из Краснодарского края уже направлены вертолеты санавиации. Об этом губернатор написал на своей странице в Твиттер. Большая трагедия в Керчи. Не дай бог никому. Кубань с вами. Наши медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации. Кубанские больницы готовы принять пострадавших и оказать им медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. Сейчас в Керчи по факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело.